«Умный разговор» на «Умном радио». 12:13 время московское, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Мартин Кугукин. Я журналист и депутат. И сегодня в отсутствующий, так сказать, с отсутствием моей коллеги Даши Оськиной, которая обычно занимает этот сегмент эфира либо самостоятельно, либо со мной, собственно, сегодня я один здесь. Даша скоро вернется, уже с понедельника, я надеюсь, мы все вместе будем появляться в эфире, рассказывать всякие интересные вещи. Ну а сегодня у нас, дорогие друзья, день трезвости. То есть 2005 года Россия снова, так сказать, отмечает этот день. Еще раз напомню о том, что в 1913 году по инициативе Русской Православной Церкви в Российской империи появился этот день. Да, в советский период этот праздник, так скажем, не отмечался, но в 2005 году внезапно понадобился. Почему? Ну, потому что в советский период достаточно системно происходила борьба с пьянством, то есть государство было в этом заинтересовано, и государство этим планово и, так сказать, централизованно занималось, да, по всем фронтам. Как шла пропаганда, так сказать, отказа от алкоголя, так, естественно, очень широко людям предлагались различные, скажем так, заменители, да, то есть людей старались занять очень тотально. Люди могли заниматься и спортом, могли заниматься искусством, огромное количество дополнительного образования было как для детей, так и для взрослых. Соответственно, все люди могли себя к чему-то такому интересному применить, чтобы не было необходимости сидеть дома перед телевизором и попивать, так сказать, какой-нибудь напиток. Но сейчас, естественно, все поменялось. На дворе у нас рыночная экономика, дорогие друзья. Мы, наконец-то, отказались от этого кровавого тоталитарного совка и вступили в семью, так сказать, демократических народов. Сейчас строим все по новой, и вот этот самый рынок, да, этот вот этот капитализм, да, некоторые говорят, есть волчий капитализм, есть не волчий. Нет, дорогие друзья, капитализм, он всегда волчий. Так вот, этот волчий капитализм диктует свои правила. Если что-то популярно и продается, на этом надо делать деньги. Соответственно, мы все прекрасно можем наблюдать, да, как целые алкомаркеты открываются, да, на разные, так сказать, кошелек, да, можно там совсем бюджетные вещи приобрести, а можно, так сказать, и элитного напитку попить. Все это в одну дуду, то есть на этом делают деньги наши предприниматели и отказываться от этого не собираются. Что же предлагает нам государство сейчас в борьбе, так сказать, с этой штукой, с алкогольной зависимостью? На самом деле, я вот лично по своим ощущениям системной работы не вижу. Ну, то есть какие-то припадки, да, то есть какие-то гранты выделяются для каких-то общественных организаций, идет какая-то вот, ну, непонятная пропаганда. Вот, честно говоря, давно уже не видел наружной рекламы, давно уже не видел каких-то там видео, материалов по этому поводу. Все припадками. Системной работы не ведется. Как это происходит на Западе? Ну, совершенно логичный вопрос, да, мы же здесь сиволапы и все не понимаем, как надо правильно делать. Давайте, дескать, посмотрим на там благословенную Америку, в которой это уж совершенно точно знают, как с этим делом бороться. Америка борется с этим традиционно, да, с помощью так называемых анонимных алкоголиков. То есть это, опять же, не системный подход, то есть это не учрежденная государством организация, это вот анонимные алкоголики. Можете в Википедии сразу поискать, да, то есть найти дату основания и вообще, кто это дело все устроил. С 35-го года, да, то есть как раз, да, с периода, когда у них там с сухим законом все было весело, вот организовались эти самые группы поддержки, да, то есть уже сейчас в нашем культурном коде, если есть как-то не участие, то понимание, как это происходит. Я уж не знаю, как в России это широко или не широко развито, но вот, допустим, если мы смотрим все американские фильмы, сериалы, то обязательно в какой-нибудь серии увидим, да, очередную там группу поддержки, да, то есть принцип совсем всем понятен, да. Люди, имеющие какую-то проблему, в данном случае алкогольной зависимости, собираются вместе и все друг друга поддерживают, стараются длить период трезвости. Что значит длить период трезвости? Надо понимать, что алкоголизм — это болезнь. И болезнь эта, к сожалению, дорогие друзья, неизлечимая. То есть не бывает такого, что алкоголика можно вернуть, так сказать, нормальному образу жизни, когда он, ну, просто иногда выпивает, да, как и любой нормальный человек. Нет. От бывшего, так сказать, условно бывшего алкоголика до действующего алкоголика расстояние ровно в одну рюмку. Все. То есть если человек там 10 лет не употреблял, потом сорвался, выпил буквально там рюмочку, кто-то его уговорил, там чисто символически, все, до свидания, все по новой. Потому что человек опять уйдет в штопор, и все это закончится плохо. Вот анонимные алкоголики. У нас в городе, кстати, они действуют. То есть они в 2012 году дошли до меня и попросили написать про них статью. Эту статью вы можете найти на сайте «Колючий Саров», либо вот в «Зато новостях» можете пройти, найти, значит, пост с анонсом этого эфира, к нему приложена ссылка на эту самую статью, которую я написал в 2012 году. Называется она, естественно, «Я алкоголик». Почитать я бы рекомендовал всем, потому что, ну так, без ложной скромности, я считаю, что это второй мой лучший материал в журналистской практике. То есть первый материал будет «День детей», расскажу, да, то есть первый материал у меня посвящен детям вообще, да, и своим в частности. «Время детское» называется. А вот по поводу алкоголиков, я считаю, что это второй сильный достаточно материал, который я написал, и об этом стоит
почитать. То есть, во-первых, здесь раскрыты все нюансы работы вот этого самого общества анонимных алкоголиков. Во-вторых, в общем-то, как и у любого из нас, все основано на личном опыте. То есть, как я это говорю, в любой семье обязательно должен быть Шариков. Ну, вот так вот раскладывает пасьянс, так сказать. Существо там сверху, да, если оно существует, да, и у каждого человека там близкий ли родственник, дальний ли родственник, там одноклассник, знакомый, друг близкий, да, так или иначе пошел по этой кривой дорожке, то есть ушел, так сказать, в алкогольную зависимость. Это вот просто вот общее место для любого, мне кажется, жителя Российской Федерации, да и, собственно, зарубежья. Почему мы должны себя как-то сегрегировать, да, от мирового сообщества? У всех наверняка так, поэтому все мы знаем, всем нам жалко и печально, да, смотреть на этого человека, но, к сожалению, помочь мы ему в этом смысле не можем, потому что все происходит, опять же, припадками, то есть мы не можем отследить, когда человек начал уходить в штопор. Я когда делал материал, ну, рекламного характера для одной, значит, медицинской конторы, я делал материал с их наркологом, собственно, да, то есть нужно было рассказать, вот, чем он помогает людям там, прочее, прочее, прочее. Так вот, в частности, я его спросил, когда начинать уже бить в барабан родственникам. Он объяснил очень просто. Как только начал похмеляться. Вот как только человек начал принимать алкоголь для того, чтобы снять последствия употребления алкоголя накануне, все, его нужно срочно тащить к наркологу, срочно откладывать все дела, потому что дальше будет только хуже. И чем позже вы подключитесь к этому процессу, тем хуже вам, собственно, будет всем вместе. Поэтому, дорогие друзья, следите за этим, да, несмотря на то, что вы там все погружены в работу, в детей, еще во что-то. Как Серафим Саровский же, по-моему, сказал: спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Так что спасайтесь самостоятельно, спасайте своих близких и не оставляйте, так сказать, в беде людей из дальнего круга, да, если вам обращаются за помощью, и вы такую помощь можете оказать, то обязательно оказывайте. Что касается анонимных алкоголиков, ну, то есть, когда вот ко мне пришли эти самые ребята, они сказали так: мы не секта. Но, сходив на их мероприятие, я пришел к совершенно другому выводу. Какому выводу расскажу чуть позднее. Прервемся на короткую музыкальную паузу. Напоминаю о том, что сегодня Россия празднует, не празднует, а отмечает День трезвости. 11 сентября с 2005 года это происходит. И сегодня мой эфир посвящен как раз этой самой больной теме. Умный разговор на умном радио. 12 часов 24 минуты, время московское, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Мартин Кугукин, я журналист и депутат, и заодно сегодня еще и ведущий передачи «Умный разговор» на «Умном радио». Напомню, что «Умное радио» — это единственная радиостанция, вещающая из Сарова и для Сарова, собственно, делается руками жителей города для земляков. Сегодня у нас День трезвости. С 2005 года, 11 сентября, Россия, Российская Федерация, этот день отмечает. И, собственно, об этом я сегодня рассказываю. Перед тем, как уйти на музыкальную паузу, сообщил о том, что в свое время, в 2012 году, на меня вышла группа анонимных алкоголиков, которая работает, собственно, у нас здесь, в Сарове. 19 февраля 2012 года, можете поискать поиском на сайте «Колючий Саров», вышла моя статья «Я алкоголик», которая посвящена как раз работе вот этой самой группы. И, кроме того, естественно, моим рассуждениям по этому поводу, потому что алкоголизм близких людей — это на самом деле общее место, которое происходит у всех. У каждого из нас есть либо такой друг, либо родственник, дальний, ближний, либо, может быть, коллега. Так вот, подвесив интригу перед тем, как уйти на музыкальную паузу, я сказал о том, что ребята из анонимных алкоголиков, которые ко мне пришли, они сказали: мы не секта. Так вот, дело в том, что когда я посетил их собрание, они специально проводят подобные собрания для, так сказать, для прессы или для тех, кто вот подумывает, да, вообще, стоит ли ему вступить в эту группу анонимных алкоголиков, для них есть такое открытое, как бы, собрание, где, в общем-то, все происходит точно так же, как и на закрытых собраниях, но, тем не менее, с некими нюансами, да, то есть более усредненные. Потому что на внутренние собрания анонимных алкоголиков они, собственно, никого не допускают, потому что это достаточно такое психологически интимное действие, да, когда люди, друг друга поддерживающие и доверяющие друг другу, да, соответственно, говорят очень много разных вещей, которые не надо выносить наружу. Собственно, об этом я и говорю. Это секта. То есть, если меня кто-то спросит, да, я совершенно определенно скажу, что на самом деле, да, группа анонимных алкоголиков, где бы они ни располагались, они нацелены на то, чтобы человек с одной зависимости, да, то есть алкогольный или там далее, я чуть позднее расскажу, куда дальше пошли, так сказать, ответвления анонимных алкоголиков. Ну, вот с алкогольной зависимости пересадить на зависимость от общения в группе. То есть фактически происходит такая социальная инженерия, да, когда человека фактически вот, ну так, условно говоря, зомбируют, да, чтобы он в любой момент, да, шел в эту группу, рассказывал о своих проблемах, да, и зависел вот как раз от этого общения.
Если спросить меня, как я это оцениваю, я скажу, что я оцениваю это положительно. Потому что в любом случае, понятно, да, что человек, вступивший вот в эту самую секту анонимных алкоголиков, он тоже немножко своеобразный становится, да? Ну, понятно, не такой, когда бухал, да? Но, тем не менее, у него весьма специфические взгляды на жизнь становятся. А специфически он рассуждает об этом, обо всем. Вот зачастую люди там выцерквляются, да, то есть неверующие до этого. С ними чуть сложнее становится общаться, чем когда они были, так сказать, нормальными, да? Но, с другой стороны, когда они алкогольно, так сказать, потребляли, с ними было вообще невозможно общаться. Поэтому, если выбирать между двух, так сказать, зол, между сектой и алкоголизмом, я, естественно, выберу секту. Пускай лучше человек останется в обществе, человек продолжит, так сказать, функционировать и взаимодействовать с тобой нормальным образом, нежели он там покатится по наклонной. Потому что я вот общался с полицейским, да, у нас есть вот Сёмушкин, да, один из участковых. Он сказал, что, ну, вот на его память, я специально его спросил, таких людей, которые выбрались, да, ну, потому что работа участкового, она в том числе и в этом состоит, нужно обходить разные, так сказать, квартиры, где могут находиться вот такие вот элементы. Вот. И там, говорит, ну, это вопрос только в том, когда он уйдет из жизни. То есть только сопроводить, да, чтобы он без эксцессов дошел, себе не навредил, другим не навредил. Но такого, чтобы внезапно, да, говорит, у меня, говорит, кто-то там поднял голову, там, прослезился и пошел к свету, ну, такого нет вообще, в принципе. Поэтому хорошо, если вот эти группы анонимных алкоголиков в этом деле помогают. Расскажу чуть шире, да, то есть на самом деле мы там знаем, опять же, анонимных наркоманов, анонимных обжор, анонимных шопоголиков, то есть все, естественно, это берут из одного корня. Изначально появилась вот как раз АА, да, вот эта система, сколько у них там, 12, по-моему, шагов. Сейчас посмотрю быстренько в Википедии. Да, 12 шагов, которые они совершают в процессе, так сказать, пути к трезвости. Вот, она, в принципе, работает и для других зависимостей. Даже есть такая интересная штука, для меня это было открытием, но вот как раз на встрече с анонимными алкоголиками они мне сообщили о том, что у них были планы такую группу тоже открыть. Не знаю, кстати, вот не отслеживал ситуацию. Если мне кто-то сейчас расскажет, да, о том, что это действительно работает, буду очень признателен. Общаться со мной можно пока только в группе «Зато новости». Там есть анонс эфира вот этого, да, и в нем в комментариях, прошу прощения, в комментариях можно об этом написать. То есть вопрос какой-то задать, соответственно, или же вот рассказать о своем опыте моего взаимодействия с анонимными алкоголиками или с другими группами поддержки. Так вот, о созависимых. Оказывается, как ни странно, да, и наверняка каждый вспомнит такую подругу, друга, да, которые просто из одних токсичных, как сейчас говорят, отношений в другие токсичные отношения. Ну, то есть встречалась с алкоголиком, там, бросилась с каким-то адским трудом, ушла все-таки, выдралась из цепких лап, и бах, она с наркоманом с каким-то уже встречается, живет. От наркомана опять к алкоголику, к другому. То есть что происходит? Есть такое понятие вот созависимость. То есть на самом деле люди психологически зависимы от того, чтобы находиться рядом с человеком алкоголизирующим. Это, на мой взгляд, одна из основных причин, да, то есть человек, погруженный в свои проблемы, старается, так сказать, переключиться, дескать, вот мои проблемы где-то там фоном, да, я буду решать вот проблемы другого человека, то есть как бы акцент сместить с себя на вот этого самого алкоголика. Но, как ни странно, это тоже психологическая проблема, и таким людям тоже нужно помогать, которые вот как раз находятся в зависимости от своих, так сказать, алкогольных друзей, родственников и, не дай бог, мужей и жен. Прервусь на короткую музыкальную паузу. Напомню о том, что этот эфир посвящен Дню трезвости, который прямо сейчас, так сказать, отмечается в Российской Федерации 11 числа с 2005 года. Мы это все дело делаем, поэтому, собственно, о трезвости и разговариваем. Умный разговор на Умном радио. 12 часов 34 минуты, время московское. Дорогие друзья, еще раз напомню о том, что слушаете вы Умное радио, вещаем на 107.0. Также можно слушать нас в интернете. Заходите на сайт Колючий Саров, на сайт Умный Саров, или нашу группу ВКонтакте Умное радио или Зато новости. Везде есть кнопочки, с помощью которых можно послушать наше радио онлайн без каких-либо препон, да, если нет эфирного радиоприемника. Меня зовут Сергей Мартин Кукукин, я журналист и депутат, и сегодня пока в одиночестве, до следующего понедельника, когда вернется моя коллега Даша Оськина, вину этот эфир в одно жало, так сказать, да, с 12 до часу. Сегодня у нас Россия отмечает День трезвости, 11 сентября 2005 года, так сказать, празднование этого праздника, этого дня возобновилось. До этого оно происходило еще в Российской империи. В 1913 году Русская Православная Церковь предложила такой день отмечать. Все закончилось с приходом большевиков, которые более жестко прикручивали гайки и следили за своим народом. Да? Ну а потом гайки опять раскрутились, и мы сейчас по капиталистическим рельсам катимся под веселый звон различных алкогольных
напитков. И совершенно естественным образом рассказываю я и про группу анонимных алкоголиков. Потому что фактически, да, наш демократический мир, да, капиталистический, единственное, что он может предложить для людей, да, это вот спасение утопающих, это дело рук самих утопающих, когда алкоголики объединяются в группы и друг друга поддерживают, чтобы бороться с этим недугом. В 2012 году, 19 февраля, на сайте «Колючий Саров» я опубликовал заметку, которая так и называется «Я алкоголик». То есть я встретился с нашей группой анонимных алкоголиков, побеседовал с ними, посмотрел, как они работают. И, собственно, по этому поводу написал заметку. Рекомендую, потому что я считаю, что это вот вторая моя лучшая заметка за все, так сказать, годы работы в журналистике. Очень проникновенно вроде бы получилось. Думаю, надеюсь, вы оцените. Если у вас родственники пошли по кривому пути, и, соответственно, вам хотелось бы их там помочь им поддержать, я думаю, что либо вот эти контакты, которые указаны у меня в статье, да, актуальны, либо почти наверняка, да, простым гуглением мы сейчас спокойно найдем, да, когда и где собираются и каким образом связываться. Интересный эффект, кстати, я когда пришел, то есть, видимо, специально для меня позвали одного, вот как бы, как это называется, неофита, да, то есть человека, который только вот размышляет о том, что вступить ему или не вступить в группу. Он пришел пьяненький, вот, как по заказу, да, посидел там, послушал, поизвинялся очень сильно, сказал, что ему очень надо, очень, вот он, у него какие-то дела такие важные, но на следующее обязательно он там мероприятие придет, а вот сегодня вот он прям вот очень торопится. Ну и ушел. Ну, то есть, типичное поведение алкоголика. Я обратил внимание, что вот как раз вот группа поддержки, там тогда три человека фактически находились, да, они как-то спокойно к этому отнеслись. То есть не сказать равнодушно, да, но и в то же время как бы, ну, иди, хочешь идти, иди. То есть как бы никто там не цеплялся, не оставлял, не ел ему мозг, не рассказывал что-то. И когда он ушел, я спросил, а почему, что происходит? Мне объяснили, что на самом деле в группу анонимных алкоголиков люди действительно приходят, попадают и начинают идти к свету только тогда, когда отталкиваются от дна. То есть нужно почувствовать дно. Вот когда ты уже совершенно четко осознал, что ну вот все, вот дальше уже просто некуда, ты уже лежишь на дне, да, то от этого дна надо оттолкнуться и, собственно, уже идти в группу анонимных алкоголиков. А вот этот, говорит, этот еще не дозрел. То есть по нему еще совершенно очевидно видно, что он не понимает, в какой тяжелой жизненной ситуации он находится, ему пока весело, пока еще, так сказать, алкоголь будоражит. Но, тем не менее, рано или поздно это произойдет. А лучше, конечно, рано, чем поздно, потому что для некоторых это все совсем поздно происходит. Еще раз напомню, дорогие друзья, что сегодня мы отмечаем День трезвости. 11 сентября с 2005 года это происходит. И на текущий момент я говорю о том, как общество, потому что уже не государство, а как общество борется или пытается бороться с этим самым недугом. В России я тоже не вижу никакой системной работы, чтобы государство этим занималось. Поэтому вот, собственно, да, как я и говорил, спасение утопающих – дело рук своих самих утопающих. Допустим, в той же Америке, да, когда человек переезжает в другой район, приходит, так сказать, в муниципальный совет, да, ну вот какие-то вещи узнает, ему выдают там ворох визиток, там сантехника, например, да, чтобы можно было там, а где церковь находится, объясняют, и совершенно вот так, естественным образом ему вручают и визитку общества анонимных алкоголиков, объясняют, где и в какое время они собираются, потому что это у них вот реально общее место. Почему, допустим, в России это сложно заходит? Ну, я так думаю, что вообще у нас же вот это понятие там психоанализа, тем более групповой терапии, оно вообще не было развито там в Советском Союзе, да? А группы поддержки немножко другие были, да, по партийной линии могли собраться там или по комсомольской, да, и тебе оказать поддержку, направить, так сказать, в нужное русло, объяснить, чего у тебя не будет, если ты продолжишь, так сказать, алкоголизироваться. Вот. Ну и поддержат, соответственно, да, то есть помогут, да, и там в субботу на лыжи вытащат, и еще каким-то образом проследят. Сейчас нет, все сейчас не так, но тем не менее вот эти остатки нашего периода, когда у нас психоанализ заключался, собственно, вот в совместном распитии спиртных напитков с кем-нибудь из друзей, да, то есть на троих там знаменитая тройка, да, собирались и вот про все, про жену, про начальника там, про детей, про этих, значит, про все разговаривали. Вот, а потом со свежими головами, так сказать, выгрузив друг другу все вот эти свои проблемы, уходили уже обратно в общественную жизнь. Да, в Штатах, ну, понятно, да, и вообще в европейских странах, опять же, у них так это не принято. Близким и друзьям не жалуются. Это твои проблемы. То есть атомизация общества такая, что нет, чувак, тебе ты старше 18, давай решай это сам. Соответственно, нужно идти либо к специалистам за деньги, да, либо к таким же, как ты, кто тебя в этом вопросе поддержит. Сделаю еще одну музыкальную паузу. Еще раз напомню о том, что зовут меня Сергей Мартин Кугукин. Вы слушаете «Умное радио», единственную радиостанцию, вещающую из Сарова и для Сарова. Сегодня Россия отмечает День трезвости. И именно поэтому я сегодня разговариваю о алкогольной зависимости и о том, как с ней бороться. Услышимся через короткую музыкальную паузу. «Умный разговор» на «Умном радио».
12 часов 43 минуты, время московское, дорогие друзья. Еще раз напомню о том, что слушаете вы «Умное радио», вещаем из Сарова и для Сарова. Меня зовут Сергей Мартин Кугукин, я журналист и депутат, кроме того, главный редактор отдела СМИ группы компании «2Аякса». То есть в том числе мне подчиняется и «Умное радио», поэтому я здесь регулярно в эфире встречаюсь. Обычно в этом сегменте мы сидим с Дашей Оськиной, то есть с 12 до часу. Даша Оськина у нас непосредственно занимается нашим радиовещанием, так сказать, поэтому... Ждем ее возвращения из отпуска на следующей неделе, с понедельника, и уже будем вдвоем, а то и втроем еще с Михаилом Маркеловым жечь. Сегодня же я разговариваю о том, что у нас происходит в стране сегодня. Сегодня у нас в стране отмечается День трезвости. Дело в том, что День трезвости у нас системно отмечается с 2005 года. До этого он отмечался еще в дореволюционной Российской империи. А вообще в 1913 году по инициативе Русской Православной Церкви он был этот день учрежден. В советский период этот день не отмечали по понятным причинам, потому что государство системно занималось своими гражданами и боролось с этим страшным недугом. А вот то, что церковь вышла с инициативой, некий такой парадокс там наблюдается. Да? У меня вот был коллега один, да, и он интересную мысль по этому поводу высказывал, что ну вот давайте возьмем Русскую Православную Церковь, вообще православие, да. В частности, допустим, крещение, да, когда маленького ребенка окунают в купель, вот, и дальше, собственно, к огорчику ему. То есть он вот так вот рассуждал, что интересно получается, это нас с детства приучают, тебе страшно, холодно, ты испытал только что стресс, ну, выпей, да, сразу тебе к огора. Ну и, собственно, дескать, потом, чем мы удивляемся, что у русского человека в голове вот именно это и зашито, что нужно обязательно все свои проблемы решать с помощью алкоголя. Дело в том, что с помощью алкоголя эти проблемы не решаются. Я уже рассказал подробно о анонимных алкоголиках, то есть о группах поддержки, которые работают с этими людьми, да, то есть это фактически спасение утопающих руками самих утопающих. У нас в России, в том числе и в Сарове, такие группы действуют, соответственно, легко можете найти их контакты в интернете, связаться и пообщаться. Еще раз напомню о том, что в 2012 году, вот 19 февраля на сайте «Колючий Саров» выпустил я и заметку по этому поводу, называется «Я алкоголик», где, собственно, порассуждал о том, что такое группа анонимных алкоголиков, ну и вообще, так сказать, прошелся по общим местам, которые есть у каждого из нас с вами. Так вот, давайте посмотрим, что же нам предлагает государство в плане системного подхода. В плане системного подхода государство предлагает нам, собственно, только медицинскую помощь, да? То есть у нас есть наркопсихологические диспансеры, в том числе и у нас в Сарове есть такой наркопсихологический диспансер, да? Где в том числе и люди с алкогольной зависимостью, но находящиеся в состоянии острой фазы, да? То есть, как это называется, алкогольный делирий, да? То есть, когда уже, собственно, наступила вот та самая знаменитая белочка. То есть, если взять, допустим, советскую практику, да-да, то там человека могли направить, да, были такие, как они назывались, исправительно-трудовые лагеря, ИТЛ, да, куда отправляли, то есть, людей не за преступление, а просто потому, что они злоупотребляли спиртным, и их туда отправляли, так сказать, чтобы трудом и добрым словом излечиваться от этого недуга. Сейчас это невозможно, потому что мы все с вами уникальные снежинки, мы все имеем свободы, черт возьми, свободы, да, и поэтому Конституция запрещает нас с вами, дорогие друзья, помещать под присмотр врачей без особого на то повода. Особым поводом может быть только ситуация, в которой человек может навредить либо себе, либо окружающим. То есть, опять же, возвращаемся к той самой белочке. То есть, когда человек находится в стадии вот этого острого алкогольного психоза, ведет себя неадекватно. Вот только в этом случае, опять же, это делается не самими врачами, привлекаются и судьи, и прокуроры, которые оценивают состояние пациента и принимают решение о том, чтобы его, по-моему, на 3 недели, это стандартный срок, закрыть психоневрологический диспансер, где его, собственно, с этой острого алкогольного психоза и снимают. И дальше, опять же, да, выпускают, так сказать, в жизнь, да. Ну, понятно, что там есть некое наблюдение потом, человек должен ходить, отмечаться, беседовать с психиатром или с наркологом. Но, тем не менее, я не думаю, что это имеет какой-то пролонгированный эффект. Рано или поздно этот человек снова заедет на больничную койку. Поэтому, опять же, да, остается самим заниматься тем, что пытаться лечить наших родственников и друзей, которые в эту тему впрыгнули. Еще раз напомню о том, что нужно внимательно за этим делом следить, да, и четко пытаться понять, когда же у человека это уже пошло в другую сторону. Ну, потому что, да, так или иначе, все мы употребляем спиртное, да, то есть по поводам, без повода, системно, бессистемно, но, тем не менее, это плотно вошло в нашу жизнь взрослых людей, да, и, соответственно, мы как-то на это все завязаны. Но кто-то может удержаться и всю свою сознательную жизнь спокойно, да, то есть убивать там по праздникам или там по пятницам этим несчастным, да, вот. Ну, а потом совершенно спокойно выходить на работу, продолжать, так сказать, социально активную деятельность, да, а кто-то не может, кто-то срывается, кто-то уходит в штопор. Так вот, наблюдать за своими близкими надо, и один из
важных признаков, как объяснил мне нарколог, с которым я делал интервью, она объяснила мне, что на самом деле самый страшный и самый такой вот тревожный сигнал, когда человек начал похмеляться. Вот как только он пытается снять вот это вот острое алкогольное отравление с помощью новой порции алкоголя с утра, значит, уже что-то не так, надо тащить его к врачу. Вообще существует, опять же, да, и в интернете вы можете нагуглить эти брошюры. Это, опять же, да, по поводу системной работы нашего государства. Ну, брошюрки иногда выпускают, в которых написано, да, значит, поскольку степени алкогольной независимости несколько, вот они все и расписываются. То есть, когда там тебе уже не нужен повод, чтобы выпивать. Один из признаков, когда снижается толерантность, да, то есть, чем человеку начинает... Вернее, сначала она повышается. То есть сначала человек на первом этапе, потом еще радуется, перед друзьями хвастается. Он я какой сильный стал, да? То есть я могу больше теперь выпить, не запьянеть, чем раньше, да? Это говорит о том, что вот вы уже на очередной стадии алкогольной зависимости находитесь. Потому что следующая стадия уже будет как раз наоборот падение толерантности. То есть чем дальше человек уходит по этому пути, тем меньше ему требуется алкоголя для того, чтобы, собственно, захмелеть. Почему я об этом разговариваю сегодня, дорогие друзья, если только кто-то к нам только что присоединился? Напоминаю о том, что сегодня, 11 сентября, начиная с 2005 года, Российская Федерация отмечает День трезвости. И вот мы с вами как бы по этому поводу тоже рассуждаем. Прервусь на короткую музыкальную паузу, останется еще один последний сегодня выход в эфир. Обязательно подведу какие-то итоги по поводу своих рассуждений. Но, тем не менее, рекомендую вам действительно прочитать вот эту мою заметку «Я алкоголик» на сайте «Колючий Саров». Ее ищите. Вышла она в феврале 2013 года. Достаточно подробно и интересно я там на эту тему порассуждал. 11 часов и 52 минуты время московское, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Мартин Кубокин. Я журналист и депутат. И этот час был посвящен Дню трезвости. Дело в том, что 11 сентября, начиная с 2005 года, Россия отмечает День трезвости. Изначально этот праздник появился в 1913, не праздник, день, появился в 1913 году по инициативе Русской Православной Церкви, да, то есть еще в Российской империи предложили вот такой день отмечать. И, соответственно, сегодня я с вами разговаривал об этом. Я рассказывал о том... Умный разговор на умном радио. Ну да, вроде не глупый. Так вот, я разговаривал о том, что такое алкогольная зависимость, как с ней бороться, что предлагает современная медицина, что предлагает современные группы поддержки. Просил вас о своих мнениях писать в комментариях. Вот интересное, кстати, мнение вот у нас в комментарии к анонсу эфира, да, некая Людмила Нуштаева запостила картиночку «День граненого стакана, 11 сентября». Я полез в Google и действительно выяснил, что да, помимо того, что сегодня отмечается День трезвости, сегодня же, да, вот по легенде, значит, днем рождения граненого стакана считается 11 сентября. Первый советский граненый стакан был выпущен в 1943 году старейшим в России стекольным заводом в городе Гусь-Хрустальный. Вот так вот, дорогие друзья. То есть, как бы, совпадение не случайное. И это печально. Но не будем грустить, потому что, в принципе, я думаю, что мы все готовы справляться с вызовами, которые бросает нам судьба, и поэтому, если где-то что-то произойдет, я думаю, что мы сможем собраться, сможем помочь нашим родственникам и друзьям, которые пошли вот по этой кривой дорожке, да, то есть начали употреблять алкогольные напитки бесконтрольно. Ну, а сегодня все-таки, наверное, стоит каким-то трезвым образом отметить этот день. Если было в планах сегодня выпивать, давайте вот, ну, так вот, в одностороннем порядке от этого всего откажемся. Это был Сергей Мартин Кугукин в «Умном разговоре» на «Умном радио». Вещаем мы на 107.0. Это «Умное радио» — единственная саровская радиостанция, вещающая из Сарова. И для Сарова на сегодня с вами прощаюсь, оставляю в компании с «Умным радио» и самой хорошей и качественной музыкальной подборкой. Всего хорошего!